Северской отремонтировали подъездную дорогу к детскому саду номер 4. Детское дошкольное учреждение является самым большим в станице. Скорейший ремонт подъезда – поручение губернатора Кубани. На данный момент работы завершены, уложен асфальт и оборудован тротуар для пешеходов. Выделить отдельную парковку для автомобилей и посетителей садика не получилось, не позволило место. Следующим этапом благоустройства станет облагораживание зеленой зоны вдоль тротуара.